В честь Всемирного дня гражданской обороны сотрудники службы МЧС рассказали о своей нелегкой работе в Центре детской и юношеской книги. 1 марта – Всемирный день гражданской обороны. И в честь этого в Центре детской и юношеской книги службы МЧС рассказали школьникам о своей профессии. Дети настолько были заинтересованы работой спасателей, что сами хотели попробовать себя на их месте. Только напрягайся сразу, а то сейчас отпустим. Заметьте, это еще без костюмов, различных грузов и так далее. Работники МЧС рассказали, через какие испытания приходится проходить, чтобы стать спасателем. Также они дали ряд советов, которые помогли бы детям в различных опасных для жизни ситуациях. 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. К этому дню мы запланировали целый ряд мероприятий. Сегодня одно из подобных. В Центре детской и юношеской книги пожарные, спасатели, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях рассказывают ребятам о нашей нелегкой профессии спасателей. Мы хотим, чтобы дети знали, чем занимается служба гражданской обороны, защиты населения, чтобы они могли уберечь себя от пожаров, не попасть в трудную, чрезвычайную ситуацию, а также знали алгоритмы правильных действий. Следует добавить, что спасатели рассказали о невероятных подвигах, которые они выполняют регулярно и днем, и ночью. И простому человеку без спецподготовки это было бы тяжело сделать. Но наши службы МЧС привыкли делать свою работу и продолжат это делать еще много-много лет для безопасности жителей города.